В Анапе в детском центре «Смена» стартует всероссийский образовательный проект «Городская среда. Территория развития». Его участниками стали школьники и студенты из разных уголков России. Ненецкий округ не исключение. Уже сегодня в Краснодарский край отправились 9 ребят от нашего региона. В рамках проекта им расскажут об особенностях обустройства современного города, архитектурных и градостроительных решениях. Подробнее расскажет Наталья Кислякова. Анастасия Кривда – студентка первого курса Ненецкого аграрно-экономического техникума. Девушка ведет активный образ жизни, занимается спортом и волонтерской деятельностью. Анастасия признается, попасть на такой масштабный проект не каждому удается. Ну, я очень рада, мы там будем защищать свои проекты, научимся их писать, и там будет очень много опыта для нас, и в будущем это поможет. Я бы сделала больше парков, у нас неосвещенный город, я бы сделала больше парков, где, то есть, фонарей больше. Другая участница Ульяна Сазонина учится еще в 5 классе, но уже подумывает о выборе будущей профессии. Девочка уверена, этот проект даст ей возможность раскрыть себя в архитектурном строительстве. Я еду туда обучиться чему-то новому и принести в наш город новое архитектурное здание. Юных участников на проект сопровождает Елена Белозерова. Она признается, для ребят это прекрасная возможность попробовать себя в различных сферах. Программа состоит из многих образовательных этапов. Это и градостроительство, и архитектура, и дизайн городской среды, ландшафтный дизайн, компьютерное моделирование в архитектуре, ну, многое-многое другое. А мастер-классы будут проводить опытные архитекторы. Ну, это достойно. Такой возможности, я думаю, что, в принципе, вот так вот нигде сам не найдешь. В рамках работы «Смена. Городская среда. Территория развития» ребята разработают и защитят собственные проекты для дальнейшей реализации в своем городе. Обучение будет проходить под руководством профессиональных архитекторов. Самостоятельные архитекторы, которые имеют большой опыт работы на фестивалях, других мероприятиях, работы в мире, реализации проектов. Кроме этого, мы привлекаем к реализации проектов представителей Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае. По завершении проекта будут подведены итоги. Участникам, которые успешно пройдут обучение, выдадут именные сертификаты. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».